год своего 30-летия Мособлдума выпустила настольную игру «Мое Подмосковье». Игровое поле представляют все муниципалитеты, 8 наукоградов и свыше 6500 достопримечательностей и объектов культурного наследия. Построенный игроками маршрут проведет их по вопросам и заданиям о Подмосковье. Депутат окружного совета депутатов от «Единой России» Станислав Улитин и Андрей Яцишин вручили настольную игру директору Барвихинской школы Евгению Горчакову.